Мария Домбровская играет в волейбол уже 2 года. Эти соревнования у нее не первые. Ученица гимназии Святителя Василия Великого 3 раза занимала первые места на школьных состязаниях. Волейбол мне нравится тем, что это командный спорт. И именно благодаря тому, что команда сплоченная, получается хорошие результаты. Роль Марии в команде переоценить сложно. Она пасующий или связующий игрок. В волейболе каждый розыгрыш должен быть выполнен максимум через 3 касания. Первый прием мяча, последнее – удар на сторону соперника. Второе касание связывает атаку и защиту и создает условия для хорошего удара. За это как раз отвечает в команде Мария. В отличие от других игроков, она участвует в каждом розыгрыше, поэтому ее амплуа считается в волейболе самым сложным. Очень разновидные расстановки, и нужно понимать, куда бежать и что делать. В соревнованиях принимают участие 16 школьных команд. 15 из Одинцовского округа и 1 из Власихи. Нововведение этого года – кураторы. Шефство над школьниками взяли игроки профессиональной команды «Заречье Одинцово». Кто какую школу будет курировать, решили с помощью жеребьевки. У игроков профессиональных команд достаточно большая загрузка по времени, но где-то помочь советом, что-то подсказать, помочь, поддержать эмоциональный фон команды – это тоже очень важная составляющая игры. Курировать школьников в новинку и для профессиональных волейболисток. Они планируют проводить мастер-классы, общаться с подопечными и, главное, поддерживать интерес к волейболу. Это очень интересная для нас идея, это что-то новое. Хочется себя попробовать конкретно в кураторстве, в тренерстве и помочь популяризировать наш вид спорта. Соревнования продлятся 1/2, с октября по апрель. За это время все команды сыграют друг с другом. Встречи будут проходить раз в 3 недели. Роман Попов, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».